Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте! С информацией о капризах погоды на 16 марта ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Ева Попова. В конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах хурмы, но сначала о прогнозе синоптиков. В пятницу в прикаспийском городе Порте Актау ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, плюс 7, плюс 9 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 4, плюс 5 градусов. Геомагнитное поле в норме, возможен туман. В Актобе 16 марта ожидается переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха все еще стабильна в минусовом диапазоне. Столбики термометров покажут минус 2-3 градуса днем, ночью 10-12 градусов ниже нуля. Более весенняя погода в городе Нефтяников Атырау. В пятницу днем облачно с прояснениями, небольшая вероятность осадков. Синоптики обещают днем плюс 3, плюс 4 градуса, ночью же температура опустится до минус 1, минус 2 градусов. В темное время суток будьте внимательны. В пути местами гололед. А в Акибастузе в середине первого весеннего месяца по-прежнему зимняя погода. День будет солнечным, ясным. Термометры покажут минус 1, минус 2 градуса днем. Ночью температура воздуха опустится до минус 11, минус 12 градусов. Относительная влажность 80%. В городе на реке Урале, легендарном Уральске, зима не сдает свои права весне. Днем облачно с прояснениями, возможен снег. Синоптики обещают днем минус 4, минус 5 градусов, ночью минус 13, минус 14 градусов. Геомагнитное поле в норме. В жемчужине Казахстана, в Усть-Каменогорске, синоптики обещают долгожданное потепление. Днем 16 марта ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до плюс 1, плюс 2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов ниже нуля. Туман и гололед создают травмоопасную ситуацию на дорогах. Будьте аккуратны. Павлодарцев весна также не спешит баловать теплом. Днем солнечная погода, но все еще холодно. Минус 3, минус 4 градуса. Ночью 13-14 градусов ниже нуля. Небольшие осадки и высокая влажность. Стабильно минусовые температурный диапазон синоптики прогнозируют в течение всей недели. На правом берегу реки Ишим в городе Петропавловске в пятницу 16 марта ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Днем на термометрах минус 5, минус 6 градусов, ночью до минус 12, минус 13 градусов. Относительная влажность 90%, геомагнитное поле в пределах нормы. Будьте осторожны в пути, гололед. В Караганде по-прежнему зимнее настроение. Малооблачно, без осадков. Показатели термометров днем 1-2 градуса ниже нуля, ночью минус 12, минус 13. Геомагнитные показатели без возмущений. В Костанае, как и в большинстве северных городов страны, сохраняется мороз и стабильные минусовые показатели термометров. 16 марта синоптики обещают небо без осадков. Днем минус 4, минус 5, ночью минус 13, минус 15 градусов. Геомагнитное поле без возмущений. Высокая влажность воздуха 80%. На дорогах будьте внимательны, местами очень скользко. В Кызылорде настроение весеннее. Впрочем, как и сама погода, 16 марта ожидается ясная теплая погода, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до плюс 10, плюс 11 градусов, ночью до плюс 1, плюс 2 градусов. 16 марта в Семее синоптики обещают медленное, но стабильное ежедневное ослабление морозов. Ясная погода без осадков будет способствовать постепенному наступлению теплого сезона. Столбики термометров минус 1, минус 2 градуса днем, ночью опустится до 7-8 градусов мороза. Высокая влажность воздуха 90% увеличивается вероятность гололедицы. Будьте внимательны за рулем.
В отличие от зимних морозов в северных и восточных регионах страны, в южном Шымкенте настоящая весна. Температура в стабильном плюсовом диапазоне. Несмотря на небольшой дождь, воздух прогреется до 11-13 градусов со знаком плюс днем. Ночью также плюсовая температура – плюс 3-плюс 4 градусов. Геомагнитное поле в пределах нормы. В солнечном Таразе 16 марта погода обещает быть по-весеннему капризной. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температурные показатели составят плюс 10, плюс 11 градусов. Ночью воздух погреется до 1-2 градусов выше нуля. В городе Кокшетау в пятницу 16 марта ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем минус 1, минус 2 градуса, ночью минус 12, минус 13 градусов. В зимний-весенний период заботьтесь о своем здоровье, одевайтесь по погоде. В Алматы синоптики прогнозируют облачную погоду, возможно небольшие осадки в виде дождя. Показатели термометров составят плюс 8-10 градусов днем и плюс 1-плюс 2 градуса ночью. Геомагнитное поле в пределах нормы. В главном городе нашей страны Астане 16 марта зима хоть и сохраняет свои позиции, но столбики термометров аккуратно приближаются к плюсовым значениям. Но не спешите менять гардероб. Погода хоть и ясная, но все еще холодная. Днем минус 4, минус 5 градусов, ночью 13-15 градусов ниже нуля. Атмосферное давление чуть выше нормы – 730 миллиметров ртутного столба. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. В холодные и морозные дни помогайте своему организму. Включайте в ваш рацион полезные продукты, например, хурму. Солнечная оранжевая хурма содержит уникальный витаминно-минеральный комплекс. В состав хурмы входят бета-каротин, разнообразные витамины и минеральные вещества, калий, кальций, медь и манганец, железо, молибден, фосфор и натрий, яблочная и лимонная кислота. А йод в большом количестве, присутствующий в хурме, полезен для вашей щитовидной железы. Хурма нормализует метаболизм и способствует выведению токсинов. И очень хорошо насыщает организм при низкой калорийности, позволяет снять отеки и повысить работоспособность. Включайте в свой рацион полезные продукты и готовьте по рецептам поваров телеканала «Магия кухни». Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Ева Попова. Будьте здоровы! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».